Вот и завершается первый семестр учебного года. За это время студенты Казанского федерального университета приняли участие во множествах конкурсах, олимпиадах, школах актива, соревновались в фестивалях, организовывали дни студентов и упорно старались не спать на парах. Студенты успевали не только учиться, но и активно принимать участие в общественной жизни вуза и даже выступать на научных конференциях. Казалось бы, столько уже пройдено, но все самое сложное еще впереди – сессия. Но не унывайте, ведь сдав все экзамены и зачеты, каждый сможет вдоволь насладиться сказочным праздником, который вот-вот наступит. Анастасия Иванова, Универньюз.